Здравствуйте, меня зовут Иван. Наше предприятие, научно-производственный центр горно-спасательной технологии, производит системы пожаротушения для карьерной техники, в частности для БелАЗа. Чтобы обеспечить качественный шов на нержавеющей стали, мы решили обратиться к предприятию СМД и заказать у него роботизированный комплекс для сварки лазером. Меня зовут Владислав, и я оператор этого робота. Сейчас у нас установлен бак на 33 литра из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм. Бак состоит у нас из обечайки, стенки, дна и крышки. Робот варит у нас один продольный шов и два кольцевых. Могут быть у нас разные емкости и по длине, и по диаметру.